Доброе утро, мамуля. Что, у нас сегодня уже рабочий день, да? Мы попили чай с тортиком, очень вкусный. В Краснодаре вот Ярмари, это тирамису. Очень вкусные торты. Посчитаю, скажу, какого посеянного. Ага, а, вон он, с этой стороны, да? Горох. Да, горох, конечно, в этом году будет у нас. Должны мы его объесться, да? Красиво уже зацвел. Ну, сразу видно, что один раньше, да? Да, часы что-то неправильно идут. Сейчас уже 8. Горох 24 февраля. Ага. Второго марта? Идем укроп смотреть. А вот этот укропчик. 2 марта сажали. Сейчас он, конечно, очень красивый. Ряды прям сомкнулись. Пышненький. Ну вот он рос, получается, 2 месяца. Даже больше. Речки сейчас просто супер. Так, а я сейчас тоже буду продолжать вязать щавелек. Проснулись мои мужчины. Папа приехал, да, он там варит. Ну, забор, а то Женевка ж перепрыгивает. Забор там делает. Угу. Ну что, будем завтракать, детки мои? Все, давайте завтракать и на улицу, да? Пирожок твой любимый. Все, тихо, кушай. А с чем он? Я не знаю, наверное, он как булочка с вареньем, сладенький. Дядя это давал. Где? Показал, что это. Да? Да, птичек. Пошли. Ну что, у нас теперь шпинатик, да, мам? Ага. Так, у нас сейчас супер быстренький обед. Так, бедрышки, чесночок молодой, лучок. Сейчас все это опять залью соевым соусом с подсолнечным маслом и с горчичкой. Ну что, мяско уже я залила соусом, чуть перчика, соус, значит, это подсолнечное масло, соевый соус. Горчичка и чуть меда решила добавить. Не знаю, заметит ли это Сержуня. В общем, все это ставим в духовку. Минут на 40, на час. В общем, смотри, какое мясо. Ты сам привез тачку нам? Щавля. Две даже уже? Вот эту еще я привозила. Ну, здорово, молодец. Резиновые бои. Резиновые бои? Ага, пожалуйста. Ля, как она. Тяни. Мам, настоящий волк. Волк? Женевка, ты меня напугала. Не делай так больно. Тихо, встань. Поцеловал. Все. Она тебя поцеловала. Все. Она тебя нельзя. Вот так. Все. Да. Ну, она же двигается, конечно, бегает. Иди целоваться, иди. Иди целоваться. Ой, любовь. Ой, любовь. Ой, любовь. Это что, любовь у вас такая? Так, отходи от дома. А то она же его раздержит. Гришуль, иди садись. Или ты подождешь, пока остынет, Гриш. Да, у нас есть макарошки.
курочка, которая жарилась. Просто подуть? Да. И салат. Ложись, ложись, да. Хорошо. Ложись. Что, целоваться? Да. Покажи, ты укропу притащила? А ты прям так красиво коробку, да? Шпанстоя, да? Ага. Так как были я времена. Пушистенький укроп. Прям целое коробище. Да? Целое коробище, да? Угу. Будет пауза. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, сейчас кружку пойдем. Вот какой у меня получился парусный корабль из кинзы. Нет, это из щавля. Ой, это из щавля. Афонька! Привет! Ты проснулся, сын? Мама, а папа? Маленьким довозком ямку бух, а там сидит петух. Еще Афонь на качельке. Потому что как спал, так и вышел. Кинзы еще? Кинзы. Что? Я пошла щавлю. Два штуки, да? А что это? А там Шрек идет? Ну да. Да, Фонечка? Ты с дедушкой? Папа, ты что за ним? Смотри, что на руку. А девушка никуда. Да за дедушкой иди смотри. Да, Фонь? Расскажи дедушке, ты покакал? Не нашлось доказательств ни за незаконное хранение оружия. За это его, собственно, и задержали. Чили был взят под стражу. А ты салют видел, как бахало вчера? Расскажи, как бахало? Сильно? Ты испугался, да? Ты боялся? Народ подумает, что он испугался и покакал. Нет, он просто испугался. Папу обнял, да? Своих слов после задержания он отказался. Режим тишины в Алеппо продлен еще на 48 часов. Об этом сообщили в российском центре управления. 50 кинзы. Там отметили вытащение огня в одном из крупнейших сирийских городов. Позволили добиться заметного снижения скорости. Режим тишины был введен в Алеппо. Курды шашлык жарят. Российские военные. Это не теплицы. Теперь дошла очередь до города Дуа. Проект Сидера. Да. Ну да, тут местами, особенно первые два вот этих, да, ряда. Вот так разбегать, как это лучше. Да. Вон девушки тут помогают, да? Надеюсь, мне его не брать. Да, гуляйте пока тут. Ну здесь все равно гуляйте, да. Че? Молодой человек, а вы куда? А вы куда, молодой человек? А ножки покажи. Хорошо, босиком, тёплый. Ты что, босиком уже? Да. Ну и как, тепло? Антошенька, а ты куда? Я домой. Домой? Это... Вкусно, сынок? Создание.
Так она какая молоденькая, вкусная, Вер. Вот ну да. Укропа, петрушки. Так мы ее так съели на столе. Вот. Афоня. Куда она мне делает косилку, чтобы она мне в лицо не била травой? Здесь не было этой крышки, она мне прям по ногам травой покошена. Ой! Я? Быстро наполняется, да? Не-не, я ж это, я регулирую. Вот. Теперь нужно получше, чтобы высыпалось, да? Хотят, чтобы бабушка их прокатила. Бабушка же хочет, сейчас пойдет брызгать, чтобы же. Поехали. Ну, лошадка, поехали. Она да, поле. Чуть-чуть провод. Там провод просто. Провод да тут ему трудно будет, сержусь. Видишь, трудно. Да не... Что, у вас лошадка есть, что ли? Да, поехали, лошадка. Вот они любят, когда бабушка их катает, да, бабуля? Все, покосил. Влазим. Держи. Пока, лошадки. Папа что-то узкую дорожку сделал. Не для тачки, да? Да. Тут бабушке надо вести. Рулевать надо, да? Я думал, я слышал песенки, пели-пели и вышли на улицу. Мама, Афонечка, ты руки моешь? А Антоха заснул, не стал сегодня в обед, сопротивлялся. А кто к нам приехал? Кто к нам приехал? Сладкоежки. Сладкоежки? Я думала малоежки, которые мало едят. А еще футболист один. Да? Да. А еще кто? Школьный футболист. А еще маленькая вредина? Ну скажи, Сережа, пропусти меня. Пропусти меня. И Сережа пропустит, да, Сережа? А Сережа сейчас будет вредничать, мы будем ругаться, да, Маргарита? Ну, на волшебное слово сказать. Боясь. Ну, давай. Здрасте. А зачем Антошу купили? Кого? А, ты? Держи, пожалуйста. На. Надо тебе? Так, ну что, на сегодня все. Вы проводили всех. Сержуня тоже на работу поехал, поэтому мы сейчас с детьми дома. Я помылась, сейчас дети идут мыться. Будем ставить видео и ложиться спать. Завтра мы опять работаем. Поэтому сейчас у нас такие пойдут огородно-вязальные влоги. Вот так вот, в общем. На сегодня все. Всем, как всегда, огромное спасибо за внимание. Всем до завтра и всем пока-пока.